К нам подошла первая девушка, первая ласточка. Здравствуйте. Как вас зовут, девушка? Наталья. Наталья. Наталья нам помогает, помогла кормом для котят, для кошек. Наташа, скажите, пожалуйста, откуда вы нас знаете о нас? Почему решили нам помочь сегодня? Я люблю животных. Начнем помогу, с этого, да? Да, помогаю, чем могу. Да. Уличными, да. А сейчас увидела объявление, что сегодня прошла. Ну, да. И вернулась специально. Вот. Люди, видите, неравнодушные, возвращаются, чтобы нам помочь. Лен, спасибо вам огромное. Возьмите наши визиточки. Даш, принимай первую ласточку с почином нас. Спасибо вам, Лен, огромное. Спасибо, и вам также удачи. Добрый день. Ребята пришли нам помочь, нашим лохматым хвостам. Помочь, они уже вышли из магазина и как бы не успели купить корм, они хотят нам денежкой помочь. Правильно я понимаю? Да, да, да. А как вас зовут? Светлана, а вас так? Андрей. Андрей. Вот Светлана и Андрей, их малыш, решили нашим лохматикам помочь. Ребят, как вы о нас узнали? Почему решили нам помочь? Слышали объявление и решили помочь. Да. Спасибо вам огромное. Мы сейчас пойдем сразу же купим корм, отчитаемся. Вы нашу визиточку возьмете? Да, А вы подпишитесь, на, ну, посмотрите, на, хотя, ну, как бы, будете в курсе, да. Увидите себя. Спасибо вам, ребят, спасибо, что вы неравнодушные. Спасибо. Да, сейчас пойдем купим корм. Вот. Удачи вам. Спасибо, ребят. До свидания. Даша, пойдем покупать корм. Вот, пока мы ходили, и тысячу, которые ребята нам оставили, вот мы как бы потратили, так скажем. Стоит это у нас 1020. Вот два пакета корма по 10 килограмм мы купили. Наша Даша тоже для нас постаралась. Принесли корм Чаппи. Спасибо большое людям. И пеленочек, упаковку. А, подождите, еще баночка. Баночка еще пришла. Кого еще? И еще педигри. В общем, Дашку очень-очень полезно оставлять. Дашка у нас добытчица. Так что вот так. Так, Даша, Аня. Наши трудяги. Смотрите также нас на канале YouTube, там видео. Ага, хорошо. Так что, да, легко найти. Так что спасибо вам за помощь. А что? Где это у нас? Баночку. Все, спасибо огромное. Вот еще помощь нам подоспела. Смотрите, какие пеленки, наполнители. Ой, лакомство, спасибо вам. Самое главное, вот какой огромный мешок. Ставьте, он тяжелый. Ой, педигрушка, я думаю, что педигрушки нет. Вот педигрушка. Спасибо вам огромное. Вы о нас узнали и замечательно. Становитесь другом нашего приюта. Такие щедрые люди есть, такие друзья животных. Не хотите сказать что-нибудь? Люди должны помогать животным. Бог помогает людям, а люди животным. Это тоже кошка. Спасибо. Вроде все. Пиво не дам, пиво собак не дам. Спасибо большое. Все, до свидания. У вас есть наша визитка? Нет. Возьмите, пожалуйста. Ищите нас во всех соцсетях и смотрите наши ролики на YouTube. Хорошо. Спасибо. Скажите что-нибудь. Ну, пожелайте, что... А вы о нас как узнали? Да никак, просто в магазин приехали и услышали. Да. Спасибо большое. Ну что, вы теперь наши друзья? Ищите спасибо. Нас в соцсетях. Спасибо. И смотрите наши ролики на YouTube. Я желаю вашим питомцам, чтобы у них у каждого был хозяин. Это очень важно. Спасибо большое. Меня зовут Алексей, я волонтер приюта «Домашняя душа», ой, «Лохматая душа». Сегодня я принимал участие в акции по сбору корма для приюта. Приходите к нам, приглашаем всех, не будьте равнодушными и помогайте в помощи.